пороки. И здесь проходит праздник молодости. На улицах сотни юношей и девушек, учащиеся, молодые рабочие работницы, колхозники и колхозницы. Как и везде на фестивалях, здесь проходят состязания в боксе, стиле и быстроте. В несколько иной обстановке, чем на больших городских стадионах, идут соревнования по бегу. Дистанция 100 метров. Вот и победитель, студент Рудольф Гуртин. Выше всех прыгнул учащийся техникума Тимофей Армашук. В прыжках в длину победу одержал Андрей Лунью. Шофер Виктор Амуров – призер всесоюзных соревнований по тяжелой атлетике общества «Колхозник». На фестивале в Сороках он завоевал первое место. Молдавские юноши и девушки отметили свой фестиваль жизнерадостным народным танцем «Пома».